Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать на серверах Hypixel, где мы будем играть в новую мини-игру, которую добавили только совсем недавно. Она называется Pixel Painters или как-то так. Сейчас, в принципе, это подтвержу. Она называется, да, Pixel Painters. Вот как Build Battles стала очень популярной, многие в нее начали играть и многие еще продолжают играть, то хайпиксельцы решили создать еще одну игру, что-то связано, что-то наподобие с этим. В чем заключается игра? В том, что тебе нужно рисовать как будто в пейнте. Ребята, это реально прикольно. Если честно, я даже сейчас с удовольствием это все сделаю. Когда я только был там, не знаю, когда мне там было 8-9 лет, то не как сейчас, когда ты уже маленький, то ты можешь зайти там сразу в GTA пойти играть. Тогда развлечение на этих начальных компьютерах было только Paint и, может, косынка, да, и, может, там какие-то CAS. Это было реально редкость. Я всегда там в Paint сидел и рисовал. Поэтому, ребята, вспомню молодость, можно и так сказать, и, в принципе, сразу же мы туда пойдем и сразу же порисуем. Ну вот мы зашли в лобби. И, в принципе, игра уже начинается. Одна секунда, игра запустилась. И вот, ребята, нам нужно нарисовать клоуна. Я, конечно, все понимаю, но мне кажется, это слишком. Ну ладно, будем сейчас что-то вымалевывать. Ребята, вот смотрите, вот это все простенько, вот так рисовать, если честно, даже очень как-то прикольно. Но нарисовать клоуна, ну как по мне, для меня это сложно, то есть я, если честно, не знаю, как его вообще рисовать. Сейчас мы будем что-то придумывать. Вот тут реально, то есть, не знаю, билд батлом, но порисовать всегда прикольно. То есть, может даже вот эта игра, да, в принципе, мини-игра станет тоже такой популярной, как билд батл. Не знаю, будем надеяться, что многие ее тоже полюбят, но я честно, я не играл в нее много, поэтому я не могу сказать, что игра реально очень крутая, но будем надеяться. Как тут вот, ага, вот это, стирать вот тут, дальше. Вот тут, смотрите, в принципе, вот тут реально вот так все очень простенько рисовать. Опа. Так, ладно, будем что-то сейчас чудить, потому что, так, нет, давайте назад. Вот тут даже управление, я не знаю, как вообще они делают вот эти игры, но это реально очень круто. Ну как можно сделать Paint в самом Майнкрафте? Это реально очень прикольно. То есть, сейчас, я не знаю, честно. Тут же можно приблизиться, можно так как-то приблизиться, да? Вот так, и все тут сразу так по пикселям, да, порисовать, разрисовать. Ух ты, тут даже вот так сразу все это стирается. 1, 2, 3, 4. Как-то вот так. Я не знаю, ребята, честно. Сейчас. Ой, нет. Вот так. Да ты что, издеваешься? Я же выбрал вот это, да, замечательно. Вот так. Сколько там? 2 минуты осталось, я еще даже ничего не дать. А сколько тут времени, ребята, вы не заметили на начале? Я, если честно, как-то профукал. Точнее, я не посмотрел, сколько там времени. Да ты что, издеваешься? Ну я же выбираю вот эту хрень и стираю, вот. А я, если честно, не заметил, сколько там времени на начале. Но, как мне кажется, около... Тоже вроде 5 минут. Хрен его знает, честно, ребята. Ну, не скажу, что клоун у меня получается клоун. Вообще не скажу, что это клон получается, но ладно. Это сюда, нет. Да, клоун у меня, ребята, конечно, фантастический. Клоун у меня фантастический. Вот так, и сейчас лицо. Сейчас, вот. Нет. Так, давайте сначала быстренько. Какой там цвет у него? Зеленый должен быть, я не знаю, честно. Вот так. Давайте сюда красненький вот так забабахаем, сюда желтенький забабахаем, сюда оранжевый забабахаем. Вот так. Лицо. Да нет, дайте мне черный. Вот, замечательно. И сейчас вот это. 40 секунд осталось.
Ребята, я не вот сейчас именно я не стараюсь прям, знаете, очень хорошо вот это все нарисовать, потому что, ну, я пока что толком еще не понимаю, что и как тут рисуется. Я вот так только, знаете, сходу вот это все делаю, потому что, честно, ребята, я как-то в это даже не играл, поэтому я не знаю, как все тут рисуется. Но клоун у меня, конечно, никакой не получился, но зайдите и сами попробуйте, это не так уж и просто тут нарисовать клоуна. Да, в том же пейнте на самом компьютере не так уж и просто нарисовать клоуна. Так, click on your favorite drawing, ага. То есть сейчас голосование. Опа. Вот видите, тут прикольно, у тебя есть в руке монетка, и тебе нужно голосовать. Конечно же, за вот это. Это намного круче, чем вот это. Мне, если честно, это больше нравится. Нифига себе, они прикольно это нарисовали. Буду знать в следующий раз, как рисовать. Тут ничего, мне, если честно, тут ничего не нравится. Я тут не буду голосовать. То есть, ребята... у тебя ни хрена себе клоун, это прям злющий какой-то клоун. Нифига себе, ребята, за моё 3 человека проголосовали. И тут один. Я вот с этой четверочки выиграл. Хоть у меня, конечно, клоун такой себе. Конечно же, вот это, ребята. Я голосую по правилам, то есть, если тебе что-то нравится, ты голосуешь за это. Если тебе не нравится, ты не голосуешь за это. Все тут просто. Ну, тут понятно, что этот выиграет. Хотя, 3, 2. Может, я даже тут выиграю? 3-3. Рандом. Случайный победитель! Да! И вот сейчас финал. Но, ребят, я сам проголосую за вот этого. Я сам за него проголосую, потому что я согласен, что он намного лучше... нарисовал, чем я. Я честно, ребята, голосую. Но я занял второе место. Это моя вторая игра. Я занял второе место, нарисовав какого-то клоуна. Недоразвитого клоуна, короче, с каким-то... Где я? Что я? Ну что, ребята, давайте, может, еще одну игру забабахаем. Если честно, мне понравилось. Игра реально вот так втягивает. Если я когда играл в... Build Battle, то меня как-то после первой-второй игры мне уже как-то это надоело. А вот тут хочется еще рисовать, потому что она какая-то, я не знаю, какая-то прикольная, более такая интересная. Я не знаю. Ну давайте, в принципе, еще одну игру забабахаем. Так, ребята, мы продолжаем. Что? Какое задание? Disney. Disney? Я правильно понял. Disney — это же, ну... вот эта студия Disney, да, где вот эти все Микки Маусы, или как они там называются, это вот то? Ну, мне кажется, что да, потому что, ну... Мне кажется, что вот это, Disney же Disney, поэтому, ребята, будем рисовать Disney. Так, я знаю, знаете, кого я нарисую? Так, вот, сейчас я просто, знаете, не то нажал, вот, замечательно. Знаете, кого я нарисую? Я нарисую Микки Мауса. Я не помню, как он выглядит. Ребята, я не знаю, смотрел ли я когда-то Микки Мауса, но то, что это мышка и у него два уха, это, в принципе, все знают, да? Вот так. Какая-то не такая у меня мышка получилась. Вот так. Ну, вот это ухо у меня кривовато получилось, поэтому давайте мы перерисуем. Вот так. Более-менее. Так, сейчас. Я не знаю, честно, как-то вот так. Тут давайте. Вот смотрите. Тут ухо. Тут у меня будет ухо. Тут второе ухо. Вот так, замечательно. Тут глаза. Я надеюсь, какие-то глаза. Фиг его знает. Вот так. У меня какие-то переростки получаются всегда, но я ничего не могу сделать, ребята. Я просто не представляю, как это должно толком выглядеть. А, фиг его знает. Это какое-то чучело у меня получается, если честно.
Я не знаю, ребята, не кричите, я не знаю. Я не знаю, как это должно рисоваться. Я не помню, когда я последний раз видел Микки Мауса в своей жизни. Но я рисую, как я могу. Я рисую, как я могу, поэтому не кричите. Вот так. Это можно стереть. Вот так. Сколько? Еще 1,5 минуты осталось. Нифига себе время. Тут, и, ребят, и я опять не посмотрел, сколько нам тут времени дается. В принципе, я потом, может, перемотаю видео и посмотрю. Я как-то не заметил, что ли. Так, это сюда. Это сюда. Замечательно. Это сюда. Сейчас. Смотрите, как оно там, как оно там. Вот это сюда берем, это закрашиваем, это сюда берем. Вот тут глаза, какие-то глаза, я не знаю, какие глаза, но какие-то глаза. Так, сейчас, опа, 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 опа. Это типа зубы, ребята. Это типа зубы беленькие. Вот смотрите, это сюда, это сюда. Это типа зубы. Это типа зубы, а с этим я не знаю, честно, ребята. Как-то вот так. Как-то вот так. Я что-то припоминаю, но не совсем. То есть... это может сюда, это может сюда. Да, какой-то... Я не знаю, что это у меня... О, негритос Микки Маус. Не, ребят, это какая-то хрень получилась. Это вообще, в принципе, не то, что я хотел нарисовать, но... Это вообще не то, что я хотел нарисовать. Это я не знаю, что у меня получилось. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у остальных. Ух ты, ни хрена себе. Ну, понятно, что я честно голосую, я голосую за... Вот видите, тут люди тоже хотели Микки Мауса нарисовать. О, это Дисней, ребят, это шедевр, за миллиарды нужно. Ну, понятно, что этот выиграет. Опа. Вот, вот более-менее, ну, хотя... О, более-менее Микки Маус. Видите, тут все хотели нарисовать Микки Мауса. Почему вот этот? То есть этот выиграл, чем вот... Да, они издеваются нафиг. Но это не Микки Маус, это какой-то негритос. Я проголосую за вот это. Хоть там нету ничего удивительного, но оно более так смахивает на, не знаю, точно не на Микки Мауса, но на какую-то панду. Это Фредди, ребят, это какой-то Фредди у меня получился, честное слово. Это какой-то Фредди у меня получился. Ну да, я голосую за вот это, согласен, это более-менее так. И голосую за вот это, потому что это мне очень нравится. В следующий раз я буду знать. В следующий раз, ребят, вы знаете, тут один раз нужно поиграть. То есть, когда ты первый раз играешь, ты тут потерян, и ты не знаешь, что и как. Вот тут... Я не голосую ни за кого, потому что мне тут ничего не нравится. Тут один раз нужно поиграть и понять, ага, как тут люди думают, как тут люди мыслят, и что им нравится, когда ты тут играешь, что ты рисуешь. Я голосую за вот это. Я честно голосую, поэтому я проголосовал за вот это. И, в принципе, ты будешь со временем понимать, да, что, ага, людям вот такое нравится, такое, значит, я буду рисовать что-то в этом роде, да. И ты будешь знать, ты будешь помнить, что кто-то там нарисовал вот так, и тогда он победил, значит, я в этот раз тогда рисую, как он тогда нарисовал. А когда ты первый раз играешь, то ты прямо, знаете, теряетесь. Дисней, какой Дисней, что там Дисней? Микки Маус, а? И ты хоть и не помнишь, как Микки Маус выглядит, то ты как-то его пытаешься вообразить, у меня получился никакой. Не Микки Маус, а какой-то дерьмовый Фредди с 5 ночей с Фредди. Но, ребята, это первый опыт, первый раз мы играем в эту мини-игру. Я надеюсь, она также станет популярной, как тот же Build Battle, потому что лично для меня она мне больше нравится, чем Build Battle. Я играл несколько раз в Build Battle, но как-то он не для меня, ребята. Я играл, мне не понравился, честное слово. Все его там ценят, хвалят, но мне он не понравился. А вот это мне понравилось. Хоть я первый раз играл, и я проиграл 2 раза, но первый раз я занял второе место. Второй раз я там какое-то последнее, но все же, ребята, я просто не знал, как это рисовать. В следующий раз я нарисую так, как тот чувак, вот такой замок, потому что я буду знать, ага, Дисней, значит, там замки, вот это все. В следующий раз меня не обманешь, я буду знать. Ребята, если вы хотите больше Pixel Painters, как бы это по-русски назвать? Если Build Battle по-русски это мастера-строители,
А Pixel Painters это у нас будет мастера художники, ребята, это у нас будет мастера художники. Если вы хотите больше мастеров художников, то, ребята, поставьте лайк. Если мы наберем 500 лайков на вот этой серии, завтра или же сегодня, как я уже, ребята, говорил, все зависит только от моих подписчиков. Когда вы хотите видеть новую серию, зависит только от вас. Если мы хоть прямо сейчас набираем 500 лайков, сразу же выходит следующая серия Pixel Painters. Поэтому, ребята, не стесняемся, ставьте лайки. Еще раз скажу, 500 лайков, новая серия. Если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь со своими почти каждым подписчиком, кто нормально что-то спрашивает, пишите свои комментарии, свои вопросы в комментариях, советы, пожелания, вопросы и что-то, что вам только угодно, ребята. Я постараюсь прочитать ваш комментарий, ответить на него и также с вами пообщаться. Кто на меня еще не подписан, прошу на меня подписаться, буду рад каждому новому подписчику, кто вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся и подписываемся. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.